Выбрать жилье в Краснодаре станет проще. Застройщики открывают так называемые шоу-румы квартир. Об одном из таких в нашем следующем материале. Это магазин недвижимости, в котором можно посмотреть планировку как на бумаге, так и в натуральном виде. А еще оценить качество материалов, из которых будет сделан ремонт. Таким образом, чтобы выбрать подходящие квадратные метры, покупателю не придется совершать поездки по всем строительным объектам. Человек имеет возможность посмотреть, как можно расположить мебель. Он имеет возможность окунуться в атмосферу домашней обстановки и принять для себя решение, комфортно ему в таком планировочном решении или нет. Это очень важно. Именно почувствовать себя там, где ты мечтаешь, там, где ты хочешь жить. Об этом сотрудники фирмы рассказали краснодарским агентам по недвижимости на прошедшем торжественном открытии центра продаж квартир, который приурочили ко второй ежегодной вечеринке для риэлторов. На встрече презентовали проекты новых жилых комплексов, которые сейчас возводят в Краснодаре и в крае. У каждого объекта есть своя изюминка, например, наличие крытых и открытых бассейнов. Приятным сюрпризом вечера стал розыгрыш путевок в Грецию, Испанию, Италию, Тунис, Турцию, в Крым и Сочи. Свои призы получили лучшие продавцы недвижимости по итогам конкурса «Продли лето», который проводила строительная компания с марта по сентябрь. Довольны, счастливы, все прекрасно. Любим «Империал», любим предлагать дома, которые не стыдно предлагать, очень красивые, очень качественные. Завершили риэлт-пати зажигательное шоу-программы и объявлением очередного конкурса для продавцов недвижимости. Самый лучший агент получит приз – квартиру с видом на море. Яна Бузычкина, Виктория Герус, Иван Жалнин, телекомпания «Краснодар».